Ассаламу алейкум, хурметы курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. В Караганде поезд насмерть сбил мужчину. Мужчина убил брата из-за долгов 20 тысяч тенге. Абсурдный случай произошел в нашем городе. За обучение тому, как пользоваться простым электрическим чайником, с карагандинки взяли отдельную плату. В конце зимы температура в Караганде опускалась ниже 30 градусов. Во многих районах города перемерзли трубы с водой. И до сих пор есть улицы, где люди ждут живительную влагу в своих домах. Несколько десятков домов по улице Мусина, Олимпийская и Давыдова относятся к их числу. Жители улиц Мусина, Олимпийская и Давыдова по-прежнему носят воду ведрами и баклажками. Не всем это дается легко. Но вода в колодце непригодна для питья и приготовления пищи. Для этих целей одни покупают ее в магазинах, другие просят у родных и соседей. Их мучения начались в конце зимы и длятся по сей день. С января месяца у нас нет воды. С января месяца. На Давыдова, Давыдова 36, я живу за Мусина, 33. Двухэтажка, потом мы в тупике. Мы вдвоем с дедушкой, 75, ему 77 дней. И вот с этими вот, с банками всю зиму ходим по воду, где-то у кого-то просить. Ноги не идут, а идти надо. Что же делать? Никто не принесет. Нам даже водовозка не ездила первое время. Сказали, вас в списке нету. А теперь сказали, вы бесхозные. Когда вот эти приезжали, какой-то акимат, я не знаю, сказали, вы бесхозные. Не знаю. Вот таскаем, дети маленькие, по трое детей. Без конца стирать же надо. Не помыться, не огород, вот уже все это вышло, она уже все засохнет. Не включай. Так и живем. Что скрывать об этом? И туберкулез есть. Это же не просто, это тоже от чистоты зависит. Ведь так же, так. И так же, как у детей, почему они должны страдать, почему мы должны, даже не имея света, мы имеем все аппараты, да, и мы им не пользуемся. Как известно, водопроводные трубы уже не раз давали течь. Их латали с помощью банальных деревянных чопов. Поскольку аварии не устранялись в корне, вода в домах так и не появилась. Жительница одной из проблемных улиц пояснила, что аварийные службы не работают должным образом. А вообще у нас эта проблема уже существует с 13 февраля. Мы 2 месяца обращались и в правительство, и в парламент. Обращались мы и были на дне открытых дверей в водоканале. Нас отморозили. 9 февраля у нас пошла вода. То, с какими мы сказали, скандалами это все пытались восстановить. Это, конечно, отняло у нас очень много времени и сил. То есть мы конкретно каждое воскресенье писали по интернету, писали, есть официальные бумаги, есть письма. 9 апреля, когда они приехали нас до конца отмораживать, вот эти вот 16 метров трубы, там сейчас в аварийном состоянии, и там 9 чопиков, у нас есть снимки, которые, что там вода полностью, это с водой они это удалять не собираются, говорят, что у них нет материала, никогда у нас нет напора воды, то есть мы вот живем здесь 7 лет, вот в частности я, да, воды нет вообще никогда, в летний период нет воды. Вот это второй этаж, у них воды никогда не поднимается, посмотрите, сколько у нас детей. Жители пытались наладить подвоз воды, но из этого мало что получилось. За всю зиму квасовая бочка, наполненная водой, приехала лишь несколько раз. В общей сложности объем воды составил 900 литров, на всех жителей этого не хватило, к тому же пить ее невозможно. Возможно, вода была ржавая, жалуются жители. Вот сейчас 6-е сутки у нас нет воды. Нам бочки даже квасовые не привозят. А когда была бочка в первый день отсутствия воды, там был такой осадок ржавчины и грязь. Это просто возбудитель каких-то инфекций будет. Детей мыть нечем, готовить нечем. Воду не привозят. То есть мы все своими силами пытаемся откуда-то привезти воды. И Аспанов, это начальник Михайловского отдела водоснабжения, сказал, что ему глубоко все равно, что куда бы мы только не жаловались, ничего делаться не будет, потому что нет средств и нет денег. Его слова конкретные. У нас это есть на диктофоне записано, что если вы будете люди беспокоить вышестоящие структуры, тогда, может быть, что-то и будет. При этом за холодную воду платить они обязаны по-прежнему. А многочисленные обращения жильцов в различные инстанции результатов не дали. Нас называют откровенно деревней, как будто мы здесь не люди. Хотя у нас нет долгов за счета за водоканальные. Да? Мы находимся, понимаете, как аппендицит, от которого все отмахиваются. И вот мы только звоним, когда водоканал, только говорим свои адреса. Они вот, вы нам надоели, устали, звоните в ЦДС, звоните туда, звоните к Маненову, идите.
А мы куда только не ходили, толку нет. К Маненову идти бесполезно, несмотря на то, что он наш депутат. Бесполезно, потому что никакой помощи, будучи депутатом нашего района, и будет зная эту проблему, он ничего не делает для того, чтобы эту проблему удалить. А проблема в 16 метрах, поясняют жители. Проблема у нас только вот в этих 16 метрах воды, из-за которой у нас падает... напряжение, водоснабжение, да. И давление у нас проблема, переход с Олимпийской на Мусина. Из-за этого у нас там где-то идет и здесь потери, из-за этого у нас вообще нет воды. Но закопать яму полную воды с грязью, с чопиками, неотсосанную, я вообще не знаю. У нас здесь вот вода шла, когда была вода, здесь все было залито, здесь машины не могли пройти. Центральный течет. Приехали. Выключили, посмотрели, колышки. Позабили в эту трубку, да и все. И вот по 3 года, больше 4-й год так вот и текет. Никуда не добьемся, ничего не... Никому ничего не надо. От пугающей безысходности жители обратились к начальнику Михайловского цеха водоснабжения. Разговор они записали на диктофон. За услуги платим, у меня ни копейки долга нет. Мы налоги платим. Но почему такое отношение к частному сектору? Мы сейчас коты или кто, я понять не могу. Почему у нас, вот мы живем здесь 7 лет, у нас вот на врезке Олимпийская Мусина, у нас давление там постоянно падает. Почему я летом не могу водой нормально пользоваться? Это же ваша забота. На что господин Успанов ответил следующим образом. Не я виноват, я тут хочу все, поменял бы это все. Хорошо, а кто виноват? Да. Ну кто виноват? Это наши... Ну кто? Кто наша? Ну, не да знаю, кто виноват. Трубу, вы же знаете, кто виноват. Вот кто? Я не знаю, кто виноват. Я вас потому и спрашиваю, кто я виноват. Я тоже хочу, чтобы все поменялось. Здесь. Если вы не виноваты, то покажите мне человека в водоканале, который виноват. Маненов, который сидит в депутатском кресле, или кто? Вот, не, ну может, я виноват. Вообще-то, сама по себе история замерзшего водовода – обычная штатная ситуация, из которой всегда найдется выход. Вызывает удивление другое. Как на протяжении 4 месяцев у жителей хватает столько терпения и здоровья? Вместе с другими жителями страдает и ветеран Великой Отечественной войны Пономарченко Василий. Труднее всех добывать воду приходится ему, поскольку он инвалид 2-й группы. С одной рукой много воды не наберешь. Нехорошо, стыдно. Ведь сколько людей страдают, а 4 месяца без воды. И эта вода в мозг придет. Вот, всем не хватает. Когда и кем решится проблема с водой, неизвестно. А пока жителям остается надеяться, что когда-нибудь во всех домах появится вода. Анна Шелкарбек, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, 1-й Карагандинский. При Шахтинске есть дом, в котором проживает около 70% незрячих людей. Рядом с домом находится дорога, которая связывает Пришахтинск с центральной частью города. Движение интенсивное, особенно в часы пик. Для незрячего человека перейти дорогу – большой риск для жизни. В проблеме разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. Вот уже несколько лет незрячие люди этого дома живут обещаниями, что на этом переходе наконец установят звуковой светофор. Общество слепых Пришахтинского района не один раз обращались и в городской акимат, и в управление дорожной полиции с просьбой установить звуковой светофор в этом районе. Однако проблема до сих пор не решена. Где-то 70% живет в этом доме. Вот им как раз затруднение. Остановка. Если переходить на следующую остановку, движение очень, как говорится, как здесь можно сказать, очень большое движение, как говорится. Постоянно людям пройти на другую остановку не дают. До трагедии на дороге один шаг. По словам незрячих, водители не то что не обращают внимания на пешеходный знак, они даже не реагируют на то, что слепые при переходе дороги выставляют вперед трость. По минут 20 стою и не могу перейти дорогу. И машина, я слышу, что машина одна остановилась, стоит, мне уступает дорогу. А я-то слышу, что издалека еще мчится. Как рисковать? Этот остановился, другой может не остановиться. И поэтому я машу рукой, мол, езжаю, я попробую дождаться, когда уже тихо на дороге совсем будет, тогда перебегу. Как отметил председатель общества слепых, светофоры установлены везде, а там, где в нем действительно нуждаются, их нет. Не надо... Там стоит озвученный светофор. А для слепых здесь как раз никак не смогут установить. В
часы пик поток автомобилей на дороге увеличивается, и незрячему человеку просто невозможно перейти проезжую часть. Человек стоит у обочины и ждет помощи посторонних людей. А если на переходе установить звуковой светофор, то и водители будут внимательнее, и слепому человеку будет гораздо безопаснее перейти проезжую часть дороги. Даже бывает на автобусе туда проедем, он же ворачивается потом сюда. Также и на другую сторону, чтобы переходить. Вот и получается вот такой вот, потому что опасно. Тут дорога вот это, как сказать, в стороне, где меньше людей, людям видно, они очень быстро едут. Скоростомеров нету, светофоров нету. Как можно, вот кто будет отвечать? У нас подписку? Люди с ограниченным зрением надеются на руководство, а не в свою очередь. Заказчиком программы по установке технических средств регулирования дорожного движения в городе Караганде является государственное учреждение, отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды с 2005 года. На сегодняшний день по городу Караганде для улучшения жизни инвалидов и людей с ограниченными возможностями установлено около 18 светофорных объектов. Мы будем далее следить за ситуацией. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде поезд насмерть сбил мужчину. Инцидент произошел 23 апреля на железнодорожной станции Жана-Караганда. Из-за близкого расстояния машинист не успел остановить локомотив вовремя, вследствие чего 25-летний парень попал под колеса грузового поезда. Поезд, идущий практически на полной скорости, сбил насмерть 25-летнего мужчину. Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили в ушах погибшего наушники. По мнению следователя, во время перехода через пути мужчина слушал музыку и не обратил внимания на прибывающий товарный состав. Как утверждает машинист, он неоднократно сигналил, стал экстренно тормозить, но не успел. Данные случаи вообще не редкость на железной дороге, и в основном они происходят из-за невнимательности самих пешеходов, несоблюдения ими правил нахождения на железнодорожных объектах. Жители сами не скрывают, что им легче перейти дорогу в неположенном месте, а ведь совсем недалеко пешеходный мостик. Не боимся, я всю жизнь здесь хожу уже 12 лет, и ничего не случается. А через мост у меня голова кружится. А если сделать это, оттуда вам недалеко очень идти. Я не буду ходить никогда в жизни через мост. Я смотрю по сторонам, смотрю поезда. Случаи участились, когда из-за спешки или невнимательности граждан происходят происшествия, связанные с наездом поездов на людей, говорят сотрудники ЛУВД. Они призывают жителей быть бдительными и осторожными. Марал Тукенова, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. А мы продолжаем. В Караганде мужчина убил брата из-за долга в 20 тысяч тенге. Об этом сообщает нам Департамент внутренних дел области. 22 апреля 2012 года сотрудники Центрального отдела полиции Караганды задержали убийцу, скрывавшегося более 2 месяцев. Трагедия произошла в начале февраля в квартире по проспекту Нуркена Абдирова. В больницу с травмой головы был доставлен 38-летний житель города, который скончался спустя несколько дней. Супруга погибшего рассказала, что незадолго до этого он занимал у родственника деньги, но не смог вовремя вернуть. Пришедший за одолженными деньгами, 36-летний брат ударил потерпевшего по голове скалкой, отчего последний скончался. Пока потерпевший находился в больнице, подозреваемый скрылся, пояснили в ДВД. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование, задержаны в отдалённом изоляторе временного задержания. Абсурдный случай произошел в Караганде. За обучение тому, как пользоваться простым электрическим чайником, с карагандинки взяли отдельную плату. Продавать услугу, которую по закону является бесплатной, взялся известный магазин бытовой техники «Сулпак». Карагандинка Надежда купила в магазине бытовой техники «Сулпак» электрический чайник в подарок маме. За покупку женщина отдала 4020 тенге. Вот только праздничное чаепитие не состоялось. Вечером, проверяя чек, Надежда буквально потеряла дар речи. В чеке черным по белому было написано, что электрический чайник стоит 3520 тенге, а вот 500 тенге в магазине взяли за обучение клиента. Тут же женщина обратилась в общество по защите прав потребителей. В чеке потребитель обнаружил услуга, выраженная в том, что якобы данный магазин производил обучение потребителя по использованию мелкой бытовой техники. Данная услуга и не была даже предоставлена потребителю, поскольку, товар был реализован, никаких, проведений там
Вот, по их обучению, каким образом это производится, мы даже не в курсе. То есть эта услуга не была предоставлена. По телефону нашему телеканалу Надежда рассказала, что на самом деле в магазине ее ничему не учили, а лишь включив и выключив чайник, показали, что он в рабочем состоянии. За что она отдала 500 тенге, непонятно. Юристы говорят, что это прямое нарушение прав потребителей. Законодательством у нас предусмотрено, что потребитель так или иначе имеет право на то, чтобы ему продемонстрировали товар, дали полную достоверную информацию о данном товаре, как его использовать и так далее. То есть это законом предусмотрено. Реализовывать же данное право, которое предусмотрено в гражданском законодательстве, то есть это уже, скажем так, необоснованно, незаконно. В магазине «Сулпак» комментировать данную ситуацию отказались. В свою очередь юристы призывают карагандинцев в случае недобросовестного обслуживания или нарушения прав покупателей обращаться в общество по защите прав потребителей. Как пользоваться чайником, Надежда теперь знает. А вот будет ли обиженная покупательница обращаться в суд, пока неизвестно. Хоть сумма и не такая большая, чтобы затевать разбирательство, неприятный осадок на душе все же остался. Другим же потребителям стоит быть бдительнее, обслуживаясь у улыбчивого консультанта, ведь вполне возможно, что за эту улыбку вам позже предъявят счет. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В городе органами внутренних дел проводится целенаправленная профилактическая работа по выявлению правонарушений, связанных с разбрасыванием мусора, также выбросом коммунальных отходов в общественных местах и другими подобными действиями, выражающими неуважение к окружающим и нарушением общественного порядка. Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительные приставания к физическим лицам, осквернение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах и другие подобные действия будет рассматриваться как преступление. За совершение данного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 3 до 10 месячных расчетных показателей, либо административный арест на срок до 10 суток. За повторное совершение данного правонарушения в течение года после наложения административного взыскания предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток. Сотрудниками ОВД только в текущем году привлечены к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства более 500 человек. Из них более 300 подвергнуты административному аресту. К остальным лицам применены штрафные санкции. Кроме того, камерами видеонаблюдения Центра оперативного управления ДВД области зафиксировано более 100 правонарушений, связанных с нарушением благоустройства территории города. В связи с изложенным, уважаемые граждане, просим вас соблюдать нормы поведения в общественных местах, проявлять уважение к окружающим, соблюдать общественный порядок и требовать от этого от других граждан, служить личным примером к подрастающему поколению. Жизира Дреймова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В соответствии с посланием президента Республики Казахстан народу Казахстана со второго полугодия 2011 года начала действовать программа занятости 2020, согласно которой самозанятые, безработные и малообеспеченные лица вовлекаются в активные программы на рынке труда. Эти и другие государственные программы рассматриваются на четвертой внеочередной сессии областного маслихата. На реализацию программы в Карагандинской области в 2011 году было предусмотрено более 7 миллионов тенге. Выделенные средства распределены по трем направлениям программы и на создание центров занятости в городах и районах области. Первое направление – обучение и содействие в трудоустройстве самозанятых, безработных и малообеспеченных слоев населения. Данная программа ориентирована на конкретные категории населения – безработные, самозанятые и малообеспеченные граждане. В результате реализации мероприятий в 2011 году было освоено по области 5 миллиарда 908 миллионов тенге, освоение составило 94,8%. Основными причинами неосвоения являются сжатость сроков для строительства в прошлом году, фактическая потребность возмещения расходов участников оказалась меньше, чем планировалось, а также экономия по итогам проведенных государственных закупок.
Уполномоченная региональная организация в области стала акционерное общество «Сарыарка». Основными традиционными направлениями кредитования является отрасль растениеводства и животноводства. Наряду с традиционными выбраны следующие инновационные направления. Строительство мини-теплиц, молокоприемных пунктов, которые соответствуют принятому комплексу мер индустриально-инновационного развития на 2011-2015 годы. При наличии вакансий мы имеем определенный показатель безработицы. Особого внимания требует вопрос дефицита квалифицированных кадров, работников технического и обслуживающего труда. На 1 января текущего года в структуре занятого населения области доля самостоятельной занятости составляет 18,7%, а это 130 тысяч человек. Также в рамках программы предусмотрено распределение трудового потенциала моногородов с низким экономическим потенциалом через повышение трудовой мобильности. Жизель Абдраимова, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Каждый из нас в детстве наверняка посещал в школе какой-нибудь кружок, будь то рисование, танцы или пение. Время не стоит на месте, и такие дополнительные занятия плотно вошли в образовательный процесс школ. В нашем городе проводится республиканский научно-практический коллоквиум, где обсуждаются проблемы и перспективы дополнительного образования в нашей стране. Делегация от Министерства образования и образовательных учреждений со всей республики съехали в шахтерскую столицу, чтобы обсудить перспективы развития казахстанского дополнительного образования. Неспроста именно Караганда стала площадкой для диалога педагогов дополнительных занятий. Ведь в нашем городе одними из первых стали работать ресурсные центры в общеобразовательных школах. Как говорит директор областного института повышения квалификации, подобные добавочные курсы помогают школам дать ребенку полный комплект знаний и умений. Используя ресурсы школ, и совместно всякие вот музыкальных школ, художественных школ, и совместно они могут дать ребенку, это здесь идет ребенку то, что ему необходимо. Прежде всего, это массовость. Раньше мы как бы готовили единичные случаи какой-то для одаренных. Сейчас нам хотелось бы, чтобы каждый ребенок имел доступ к этим ценностям. Дети чем-то должны заниматься вне школьное время, внеурочное время. Вот об этом идет речь. Они не просто заниматься должны, занимать свое время, а именно создавать чего-то, творить, какими творческими задачами выполнять. В Караганде около 10 организаций дополнительного образования. Это музыкальные школы, школы искусств, детская художественная школа. Там обучается более 8 тысяч детей. Сейчас наука интенсивно развивается, а в учебный процесс внедряются новые технологии. Педагоги просто обязаны идти в ногу со временем. Именно поэтому для них устраиваются курсы повышения квалификации. В этом году мы начали проводить повышение квалификации уже с новыми требованиями. В частности, в Астане уже мы две группы провели через повышение квалификации. Для педагогов создаются еще очень даже замечательные условия. В частности, сейчас 10 человек, вот, преподавателей дополнительного образования, будут стажироваться за рубежом. Коллоквиум для представителей образования продлится 2 дня. За это время будут проведены различные мастер-классы и встречи с выдающимися мастерами искусства. По итогам будут выработаны рекомендации по развитию дополнительного образования в Казахстане. Ирина Камышова, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Не нужен нам праздник заморский, потому как есть в Казахстане и свой день влюбленных. Называется он Козы-Корпеши Баян Сулу. Свое начало красивая легенда о двух влюбленных берет с 15 века. Сегодняшняя казахстанская молодежь стремится возродить праздник, который является истинно народным. Инициативная группа одного из карагандинских университетов решила по-своему отметить 21 апреля, а именно взявшись за постановку мини-спектакля «Козы-Корпеши Баян Сулу». Судя по реакции пришедших ребят, старались не зря, все остались в восторге. Доказать всему свету, всему казахстанскому народу, что не день Святого Валентина, а день Козы-Корпеш и Баян Сулу действительно существует. Со слов студентов, основной их задачей было своим трудом показать любовь к народным праздникам, особенно посвященным любви. Александр Крылов, Кайрат Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.
Чемпионат области среди юниоров по легкой атлетике является своего рода смотром молодых талантов. Не стали исключением и эти старты. Благо развиваться молодым людям есть куда. На этих соревнованиях представлены 32 вида легкой атлетики. Соревнования проходят по трем возрастным группам. Это спортсмены 93-94 годов рождения, а также легкоатлеты, имеющие юношеский разряд. Итогом соревнований будет не только вручение медалей грамот, но и попадание в сборную Караганды, которая будет выступать на предстоящем чемпионате республики в городе Алма-Ата. Тем не менее, в составе команды уже есть сильные атлеты, такие, например, как Евгений Миловацкий, который является рекордсменом страны в толкании ядра, а также участником первых юношеских Олимпийских игр. В общем и целом, Караганде будет что представить на более серьезных соревнованиях. Александр Крылов, Дмитрий Оборок, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним, 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Саубомоздар.